Всем привет, друзья, с вами Громбалд, и только посмотрите на эту красоту. Да, мы снова находимся в Сабнатике Below Zero, мы Робин Гудл, как вы помните, и продолжаем, конечно же, выживать. Так, у меня уже показатели еды и воды, как вы видите, на самом минимуме, как мы закончили в прошлой серии, и мне, конечно же, нужно немножко подкушать. Подкушать это просто необходимо. Так, делаем пескунчика, делаем вот нутфиш и посмотрим, что у нас еще есть. Ну и, конечно же, попить. Половил я немножко рыбок, пока вот собирался начать серию. Ну, в принципе, больше ничего не делал. Все, что вы видите, все происходит только в кадре. Хотя, в принципе, напишите, возможно, я эти моменты буду вырезать, чтобы было не скучно так смотреть. Так, давайте быстренько поедим и попьем, потому что у нас уже совсем все плохо и все критически. Так, друзья, опа. Ага. Так, слушаем, я потом переведу. Is that cynicism making you friends down there? Sure. They're just not human. The files are on your data bank. Do as you please, just tell me what you find. And don't get me into trouble. В общем, поняли, да, друзья? Так, сейчас я вам переведу, кто не понял. И попробую найти, где же вот это, да. Ага. Робин Гудал, значит, где есть вот это, вот так вот. Робин Гудал. С Робин Гудал связалась снова Сэм и сказала, что обнаружена как бы инопланетная база на глубине, в Твисти Бриджес, там где мы находимся, на глубине примерно где-то 200 метров от поверхности, да, получается. Но Робин ей сказал, что она хочет вернуться назад на исследовательскую станцию, но Сэм ей запретила, потому что это якобы приказ босса. Ну, в общем, друзья, это идет дальше диалог уже сюжета Below Zero, и я как бы его полностью детально, подробно не хочу даже как бы брать и переводить, потому что мы ждем, ну, лично я жду локализацию, и поэтому мне хочется уже узнать, как это все будет официально, так сказать, все точно, чтобы ничего не перепутать. Так, а нам нужно еще немножко рыбки, привет, Пеникоридик, нам нужно еще немножко рыбки, я сейчас вам покажу, зачем. Во-первых, я хочу, иди сюда. Так, я хочу испытать кое-что и поблагодарить, если это как бы получится. Друзья, как вы знаете, я читаю все комментарии, вас уже стало так много, что я не успеваю на все отвечать, к сожалению, но, возможно, я выделю время и отвечу. И я хочу испытать то, что вы мне писали. Так, разгоняемся. А вы мне писали, что если взять глайдер, с разгону можно вот так вот запрыгнуть все-таки на эту льдинку. И так, и нет, не получилось. Еще раз так, выключи фонарик. Он нам, я чувствую, что он нам просто мешает. И, друзья, получилось. Огромное спасибо всем ребятам. Много очень писало в комментариях, как же все-таки взобраться на льдинку. Потому что в предыдущей серии у меня это... Привет, милаха. У меня это, к сожалению, не получалось. Да ух ты, ты это на нас не злишься? Он так страшно свою пасть открыл. Ага, не злится. Так. Пошел у нас такой мокрый дождь, можно сказать. И я хотел, знаете, что еще испытать? Мне написали тоже в комментариях кличку. Так, мы отпустим вашего пингвисика. Я хотел испытать еще вот такую вещь. Сказали, что может как-то попробуй, а вдруг они вроде бы с рук, да, ну, кушай. С рук могут скушать вот мою рыбку, которую я добываю. Нет? Не хотите забрать у меня рыбку? Ну попробуй. Ну скушай. Ну кушай, я тебя хочу покормить. Покормить хочу тебя. Смотрите, друзья. Я не понял, это он нас так покрутил, зверь? То ли мы стали ему на нос, то ли он решил с нами поиграться. Поиграться вот так вот решил. Ну, будьте кушать рыбу. Я специально для вас ловил и принес свежайший бумеранг. Нет, почему-то не хотят. Напишите, у кого получалось покормить, так скажем. А если я им брошу? А ну возьмите.
Он просто уплыл. Если я им брошу, он просто уплыл. Ну, спасибо, друзья, в любом случае, спасибо за то, что подсказали, как вообще попасть на льдинку. Потому что без глайдера у меня почему-то не получалось. Не можешь залезть, давай мы тебе поможем. Давай мы тебе поможем и поставим тебя вот тут здесь по центрику. Так, все это хорошо и мило. Спасибо, мы исправили, как, так скажем, ошибку предыдущей серии. И на чем же мы остановились и что же мы, друзья, продолжим взять? Отлично, медь. Сейчас я очень-очень быстренько Ribbon Plan, наверное, я уже собирал. Я знаю, что это уже скучно, нудно, вы это все дело видели. Мне осталось немножко ресурсов. Возможно, я даже этот момент потом вырежу. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, немножко ресурсов, которые мне нужно добыть. Закончить со своей полностью экипировкой. Для чего это я делаю? Да, друзья, чтобы закончить полностью титанчик. Привет, титанчик. Привет, титанчик, дай нам подышать. Ого, соль мы можем взять. Нам все пригодится. Мы возьмем соль, мы сделаем с собой запасы. Кстати, у меня спрашивали, друзья, вы у меня спрашивали, а где пропала водичка, которую мы делали с этого, забыл, с красной бутылочки, блин, елки-палки, я забыл, как называется. Как в оригинальной Сабнатике мы из соли делали. Я вот представляете, просто выбило из памяти. Напишите, кто помнит, в комментариях. Блин, иди сюда, мы тебя засолим. Где он делся? Где он делся? 11 секунд. Не-не-не-не, так, 11 секунд, это надо что-то делать. Так, ладно. Как такое может быть? Как-то это мы так высоко прыгнули с глайдером? Вы видели это? Ну, мы вот с глайдером можем так, получается, высоко запрыгнуть и получить даже урон. Ну, мне кажется, это не совсем что-то правильно. Пиникоридик кого-то скушал. Вы поняли? Он кого-то скушал. Я думаю, что бумеранга он скушал. Бумеранг, иди сюда. Вот. И нам бы, конечно, еще немножко Ribbon Plant. Нам... Друзья, чуть-чуть потерпите, пожалуйста, пошла прогрузочка, видите? Нам немножко нужно Ribbon Plant и вообще каких есть ресурсов. Но, кстати, раз я это все делаю, то мы будем исследовать все, что находится рядышком с нами. И, как вы видите, вот здесь эта стеночка, чтобы мы ничего не пропустили в нашей любимой Сабнатике и ее, конечно же, продолжение. Ух ты, какой прикольный. А это что? У, такой... Такой рыбки я не помню, чтобы она такая была. Да, это новая. Глаз-глаз. Что-то как-то в этом роде. Это новая форма жизни. Я вот даже такой рыбки даже не помню, чтобы делал обзоры новостей на нее. Интересно. Что это за такая новая рыбинка? Угу. Ну, немного она всего дает, в принципе. Но интересно, это новый вид. Новый, друзья, вид фауны. Так. Для чего... Я это вообще делал. Ribbon Plant. Меня интересует Ribbon Plant. Махавка, это все понятно? Нет. Кораллы, кстати, друзья, кораллы. Помните, мы тоже их в новостях. Мы тоже их в новостях о Below Zero рассматривали. Так, грави-ловушечка. Уже, конечно, инвентарь фу. Не-не-не-не-не. Ладно, все, плывем на базу. Окей. Плывем, значит, на базу и будем делать все, что можем. Запасаться, а потом, друзья, мы приведем себя полностью в порядок. Я думаю, это буквально еще немножко у нас займет времени. И потом уже начнем исследовать все исследовать. И, конечно же, первым делом мы пойдем вот к тому маячку, у которого мы еще не были. Пиникорид просто обитает возле нашей базы. Так, кушаем, пьем и, возможно, даже так, наверное, нет. Сразу мы покушаем просто это с солью. Подожди. Сразу мы покушаем обычных рыбок. А все, что останется, мы, наверное, засолим. Две рыбки, мне кажется, нам хватит. Пока. Две рыбки нам хватит пока. Так. Раз, два, 88. Ну, в принципе, нормально. И парочку бутылочек, пожалуйста. Водички нам, пожалуйста. И будет у нас вообще все замечательно. Так, две бутылочки есть?
одна получится с собой. Ну, все, в принципе, нормально. Что я еще не сделал? Что, друзья, я не сделал из такого необходимого, must-have-ного, так скажем, что у нас должно быть? Ribbon план. Вот эта проблема я не нашел. Но я хотел бы сделать... Да, блин, подожди ты, елки-палки. Фонарь обязательно, в обязательном порядке хотел сделать, чтобы он у меня был. Ну и в принципе, серый мы еще не знаем, где добыть. Так, ну и в принципе все. То есть нам нужен фонарь. Ладно, не буду захламлять эфир, так скажем. Я сейчас найду ribbon план и, конечно же, тогда мы это все дело продолжим. Возможно, он находится где-то совсем рядышком. Блин. Нужно сделать ribbon план. Нужно сделать батарейку, а для этого нужно найти ribbon план. Все, друзья, все сделал, хорошенько поработал и нашел ribbon план. А вот смотри, сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штучек. Можно было бы 8, тогда было бы вообще идеально. Но есть как есть, и здесь все у меня забито уже под завязочку. Так, для чего я это сделал? А для того, чтобы, друзья, сделать батареечек. Батарейки здесь надо как бы на все. И закончить уже со своим эквипом, так скажем, одну батарейку. И насколько я помню, да пригодится, все равно пригодится, и насколько я помню, вторую. Так, во-первых, теперь мы делаем фонарик. Так, где же он, наш фонарик? Вот, теперь у нас будет фонарик. Так, сейчас сразу же фонарик ставим, наверное, на четверочку, правильно? На четверочку. Ну, вот так где-то, или даже вот так вот, посмотрим, короче. Или все-таки на четверочку, ладно. Еще пятерочка у нас останется в запасе. И что-то я еще хотел сделать, сейчас я вспомню, что я еще в прошлой серии. Так, сканеры ремонтного пока мы не можем сделать, но я еще... Ага, вот она, и точно, вот что я хотел взять. Наша грави-ловушечка. Кстати, я не очень, не всегда не пользовался в оригинальной Subnautica, но когда понял, какая-то полезная, прикольная штука, решил ее использовать, и мне действительно понравилось. Особенно для начала игры. Пока у вас нету грядок, аквариумов и тому подобного, красивый закат в нашей Below Zero. Так. Ладно, что мы сделаем вот с этой грави-ловушечкой? Друзья, что такое? Фонарик, ты сделал фонарик, ты молодец. Так, берем нашу ловушечку, смотрим, где самое большее скопление рыбок. И есть с ней маленький нюанс, друзья. Ух ты. А вот здесь неплохо рыбки, тут здесь охотятся пингвинчики. Вот здесь тебя и поставим. Ставьте немного подальше от базы. Знаете почему? А потому что сейчас она, опа, вот как она включилась. Она включится, начнет ловить, но вот этот звук, который от нее исходит, вот этого жужжания, она даже ресурсы, друзья, ловит. Видите, какая полезная ловушечка, то есть она даже ловит ресурсы. Вот этот звук просто, он немножко может раздражать, поэтому я рекомендую немножко, а вот его уже здесь не слышно. То есть немножко подальше от базы, ее располагайте, и когда вам надо будет... С нее снимайте все, что вам необходимо, вплоть до ресурсов. Так, хорошо, мы в принципе забиты под завязочку, мы попьем. Так, мы попьем, наверное, да? Ribbon plant есть, мы можем приготовить и поесть, можем взять с собой, можем сразу, наверное, и поесть. Так. Инвентарь у нас уже, конечно, забит вообще по полной. Просто по полной. У нас есть еще 2 бумеранга. Мы их можем с собой, друзья, засолить. Соли у нас есть. У нас уже, в принципе, все. Все, что нам нужно для выживания. Мне кажется, на первое особенно время у нас уже хватает с головой. Вот так вот сделаем. И 2 бумеранга сделаем. Ну что, друзья, я вас поздравляю. У нас... Отличные запасы, возвращаем на пятерочку. Мы полностью экипированы. Смотрите, нож, глайдер, сканер, фонарик. Ну что еще нужно для жизни? Для жизни в океане и вот в такой, даже в холодном океане. Так, все, у нас больше ничего не появилось. Такой, посмотрим, проверим. Ласты, баллон, все. Да, ремонтного инструмента, ну пока мы серый не нашли. Так, маячок, ну я думаю... Пока не нужно. Что ж, все, друзья, разобрались, привели себя в порядок. И я думаю,
Будем это ночью делать? Как думаете, будем это ночью делать или не будем? Ладно, давайте сделаем, друзья, ночью так ночь. У нас есть фонарик, если что. Давайте посмотрим, что же это за сигнал и что там за такая интересная капсула, которая полгода не использовалась, нам сказала Сэм. Она скинула нам координаты, как вы помните, и мы сейчас поплывем и посмотрим это. Я как бы приводил себя в порядок, не понял. Так это, друзья, это, ага, это не капсула, это вот такая вот посылка, контрольная точка, или что, как это еще назвать, которая вот Сэм нам передал координаты. Но здесь есть ящик с технологиями, посмотрим, что же мы здесь приобретем. Ага, это походу баллон высокой емкости, я правильно понял? Это, блин, где он? Это, друзья, кажись, это был... Да, друзья, это баллон высокой емкости. Стекло у нас есть, это все. Но, нужен, блин, да что ж такое. Все упирается, как обычно. Все упирается в ресурс. Нам нужно серебро. А серебро, честно говоря, друзья, серебро. А серебро, давайте рассмотрим вокруг. Вау, а что это такое? Так, подождите. Такой штуки сканируется. Прекурсор технологии, да, я понял. Ну давайте отсканируем, и вы сразу поймете, что это такое. Прекурсор Бонти. Угу. 1 из 50, ё-моё. В общем, как вы помните, в обзоре новостей я говорил, что мы будем сканировать и собирать, возможно, тело этого Алана. Кто не знает, посмотрите новости о Subnautica Below Zero, кажется, 13 выпуск. И мы будем сканировать вот такие технологии. Это и есть технологии прекурсоров. Ага, вот так вот теперь понятней, как они выглядят. Ну, полностью инопланетные штуки. Но я не думал, что так много. Как раз приходит рассвет, и рассмотримся получше. Но я не думал, что их так много. Кровавый, багрово-кровавый такой рассвет. Я не думал, друзья, что их так много. Придется сканировать целых 50 фрагментов. Я не знаю, я вот здесь пока только, честно говоря, встретил один. Здесь что-то есть еще такое, но... хорошо, мы это исследовали, но маячок показывает на 10 метров вниз еще. Странно. Ничего по сюжету не открылось. Это мы отсканировали. Это все, конечно, прекрасно. Замечательно. Кварц у нас высветился, как будто его не было. А что это за пещерка? Все-таки как красиво смотрится в свете лучей. Так, ага, здесь есть, друзья, целая пещера. Ну, я не знаю, 30 секунд, подождите, я подышу. Я немножко подышу. И мне, конечно, уже хочется, чтобы исследовать глубины, конечно, вот этого баллона уже не хватает. Маловато и этого баллона. Очень кстати, конечно, нам дали технологию, и я бы с удовольствием, Так. Ага, вот такие, может быть, для этого нас сюда и прислали, чтобы мы отсканировали фрагменты лазерного резака, который 3 штуки. Так, это водоросль какая-то. Давайте отсканируем, чтобы не светился значок сканера. Так, ну, в принципе, есть какой-то ресурс ценненький. Мне нужно серебро, друзья. Вау, как здесь красиво! Я понял, это пещеры водорослей, друзья, которые я делал. А вот и серебро. Все, молодцы, красавцы, разработчики. Блин, 30 секунд опять. Мне не хватает. Блин, ну, я понял. Все продумано. Игра нас ведет. Все отлично, мне все нравится. Вот нужно серебро. Видите, вы, ну, не пропустите. Вот все сделано интуитивно и все сделано отлично. Друзья, глубина там, я так понимаю, большая, баллона нам не хватает, серебро у нас уже есть, я предлагаю быстренько поприветствовать вот дырохвоста, попробовать, кстати, а давайте попробуем, друзья, на анимации, ранее анимации я видел, как ловили, зараза, можно словить, вы видели, я словил, так, тихо, где она? Ну, я куда-то ее выпустил, походу, да? Я хочу словить эту заразу маленькую.
Да иди сюда. Словил, 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 держу. Симбиот, я знаю, что такое симбиот. Ёлки-палки, они меня дамажат. Прикольно, так как его, где он делся? Есть у меня маленькая агрессивная рыбка. Его можно скушать, видите? А интересно, так, на базу. Мы как раз, друзья, сейчас сделаем баллон высокой емкости и попробуем приготовить этого маленького вредного симбиотика. Интересно. Я просто помню, на ранней анимации разработчики, когда делали эту рыбку, там было показано, что она вот так вот в руках вращается. То есть можно ее словить было. Ну и, как вы видите, это все тоже реализовали. Молодцы. Все очень интересно, как бы продумано. И идеи, конечно, такие уникальные. Так, что я хотел? Я хотел, во-первых, скрафтить баллон высокой емкости. В самых пер, пока я не забыл. Стандарт, но у нас же он есть. То есть нужно снять, да, я так понимаю. Вот так мы берем, снимаем и крафтим. Но, кстати, друзья, возможно... Так, баллон мы одеваем и смотрим. У нас было 45, потом 75, а с этим баллоном 135. Но, я знаю, в Below Zero будут пещеры. Симбиот, мы можем приготовить симбиота. И так можем приготовить. Так, ну давайте соль не будем тратить. Приготовим его так и посмотрим, сколько он дает еды и воды. Так, где же наш симбиотик? 23, в принципе, неплохо. И водички, то есть вот тебя и скушаем. Маленькая вредная рыбка. Друзья, я знаете, что думаю? В Below Zero, насколько я помню, по анонсам, так как я делал новости, хватит ли у нас на еще один баллон? Потому что исследовать, я так понимаю, пещеры здесь будут глубокие. И было бы неплохо, очень было бы неплохо. У меня есть 2 стекла, у меня будет на 2 стекла. И было бы очень, друзья, неплохо сделать 2 баллона. И обходиться вот таким вот макаром, скажем так. Так, подожди. Я сейчас подумаю. Стандарт. А нам еще один нужен стандарт титана. Но это все, в принципе, титан и волокно. Да, все нормально. У нас на все хватает. Титан у нас куча. Как раз и немножко разгрузим наш вот склад. Все сейчас будет чики-пики. Так. Делаем обычный баллон. Сейчас у нас вообще будет шикардос. Мы сейчас так... Подождите, у меня было серебро. Я несколько серебра находил. Или одно только серебро. Да ё-моё, блин. Ну как обычно. Собрался сделать, не имея, блин, последней части ингредиента. Капец. Так, ну ладно. Я думаю, мы как раз его и найдем. Пока месть будет стандартный, а потом мы его... перегоним и сделаем 2. И у нас будет 2 больших, огромных баллона. И в принципе, я думаю, ни в какой пещерке мы не задохнемся. И все у нас будет замечательно. Так, ничего не пропало. Все у нас хорошо. Попей. И снова отправляемся доисследовать эти пещеры водорослей, друзья. Да, когда я делал... Вот сейчас немножко схвачу. Так, когда я делал обзоры новостей, я думал, это концепты. Но как мы только что увидели краешком глаза, друзья, ничего, это не концепты. Так, сейчас подышу. Я не знаю, насколько они глубокие, но я знаю точно, Веспер, привет, Сэм, привет. Но я знаю точно, друзья, что в Below Zero будут разные, очень всякие глубокие и закрученные по анонсу пещеры, которые нам придется исследовать. Тут здесь где-то должны помогающие нам... Вот, третий кусочек. Тихо. Здесь должны, конечно, по идее быть растения, которые будут нам помогать. Ну, то есть, поняли, да? Еще один нужен... помогать, которые будут нам помогать дышать. Но насколько их здесь будет? И хватит ли? Вот, наверное, серебро. Вы заметили, да, пока, в принципе, ресурсов не так много. Титан, медь,
и серебро. Ну и Ribbon Plants, соответственно. Воу-воу-воу, как красиво, как красиво, да, друзья. А вот и растенница, которая помогает нам исследовать. Спасибо, привет. Друзья, это точно как на тех скринах, которые я выкладывал в новости. Но, честно говоря, я думал... А вот и спиннерфиш, друзья, это спиннерфиш. Иди-ка ты сюда, иди-ка ты сюда. Как она? Смотрите, она крутится действительно как спиннер. Прикольно. Вот это реализованная, друзья, в игре спиннерфиш. Сможем тебя отсканировать, рыбка? Иди сюда, иди сюда. Отсканировали. Так, ну и возьмем... так, а я бы тебя, ты знаешь, даже взял бы вот так вот. Так, в руки. Вот такая она прикольная. Так, ладно. Это все хорошо, но у нас кислород, друзья. Спиннерфиш, мы увидели реализацию. Приятно, приятно ее увидеть. 63 секунды. Давайте еще серебро возьмем. Нет? Странно. А я думал, это все-таки серебро. Так, выберемся, подышим. Подышим обязательно. Пеникарит. Так, выберемся, подышим, посмотрим. Прикольно, прикольно. Спиннерфиш, видите, много-много фауны, много реализовано. Но я уверен... Ух ты. А мы выбрались в другом месте. Вы видите, эта пещера вывела нас... В другое место, это ice shelf, да, получается, это ледяной шельф, который еще не доделан, но вот такие лунки и воронки, ну все, в принципе, как карте соответствует. Так, что-то здесь есть, находится, вот в этой стороне, или это окруженная пещера? Ну, титанчик, это все дело понятно, симбиоты, это все дело понятно, но я хотел бы доисследовать, я хотел бы доисследовать. Сейчас я нырну, нырну и доисследуем уже эту пещерку, потому что я видел, там еще ниже был ход. Так, посмотрим, посмотрим, что здесь еще есть такое. Во-первых, нам еще третий бы кусочек лазерного резака не помешало найти. Растенница, так. Если что есть, вернемся. Вот. Давайте на самые дни. 100 метров мы прошли. Блин, сейчас будет расходиться быстрее. Ух ты, а что это такое? А что это, друзья, какой-то, не знаю, как будто подводный алтарь какой-то, что ли. Блин, а почему он не сканируется? Почему он не сканируется? Спиннерфиш здесь гоняет, блин, но это все... Здесь ничего... Как ничего нет? Я что, зря сюда заплыл на самое днище? Прикольно, прикольно, но мне кажется, друзья, я думаю, это просто ранний доступ. Давайте посмотрим хотя бы какие ресурсы. Я думаю, титан, просто титан и все, просто медь. Ну ладно, медь, хотя бы хоть медь, медь пригодится. Но мне кажется, друзья, это ранний доступ и просто здесь еще нету того контента, который мы увидим в релизе. Здесь по-любому что-то такое будет интересное. Блин, да нет. А я в трех соснах заблудилась, короче. Так называется. Мне кажется, вот третий фрагментик, и у нас, друзья, уже сможет быть, да, отлично, мы сможем делать, да, блин, некогда читать, нам нужно выбраться, чтобы вообще не потеряться. Так, где тут поверхность, где поверхность, быстрее, 20 секунд, ё-моё. Только не говорите, что я задохнусь. Оксиджен, пеникариды, помогайте, титан. О, можно подышать у титанчика. Вот как, дружище, ты нас просто спас. Ух, так, хорошо. Давайте посмотрим, что же нужно будет для лазерного резака. И опять же, так, ну смотрим, опять же, это сера, как и для ремонтного инструмента, где же она нам предстоит, где же мы сможем ее добыть? И, друзья, будут так же само алмазы, причем два алмаза.
Алмазы, как вы помните, тоже были не в самом начале игры в оригинальной Subnautica. Поэтому, ну вот это должно быть серебро, правильно? Вот это, мне кажется, должно быть серебро. Да, вот это и есть серебро. То есть, в принципе, значит, странно. Такой же по цвету одно серебро, одно титан. Не поймешь. Серебро. Больше мы ничего здесь интересно не пропустили. Давайте я наберу серебра. Я думаю, пригодится. Мы по-любому сделаем второй баллон. У нас будет два прокачанных баллона. И мы просто будем как дядьки. Так, что здесь есть такого еще? Я ничего не пропустил. Вот это получается, ну красиво, красиво, красиво смотрится. Вообще очень красиво. Так, давайте подышим. И посмотрим... Я тогда сразу нырну. Нет, 100 метров. Налево, направо. Вот, вот здесь я еще не был, да? Но в принципе здесь больше ничего такого нету. Мне кажется, в этой пещере самое ценное это был... Это был, друзья, наверное, лазерный резак. Мне кажется, нас сюда не зря прислали. Если разработчики сказали вот сюда... И дали сигнал ПДА. Значит, вот это мы и нашли то, что нам нужно. Ну, окей, все, давайте выбираться, потому что такие пещеры... Короче, мы исследовали, друзья, пещеры арктических водорослей, да? Ёлки-палки. Главное не потеряться. Выглядят они точно так, как нам анонсировали. Ой-ой-ой-ой-ой, я чувствую уже нехорошее... Нехорошее у меня чувство, что я сейчас потеряюсь. Все. Надо выбираться. В принципе, больше ничего здесь ценного, я так понимаю, нету. Если я ошибся, пожалуйста, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях еще один фрагмент грави-ловушки. Пожалуйста, напишите в комментариях. Возможно, я что-то забыл. Инвентарь full. Возможно, я что-то забыл. Так. А это... Ух ты, пошел какой шторм. И снежная буря. И айс шельф, да? Ледяной шельф, который сейчас не доделан. Но я думаю, конечно же, к релизу мы это все дело ощутим в полной мере. Так, темно, темно, ничего не вижу, ничего не вижу. А вот так вот нам будет по... Ух ты! И прямо в стену. Так нам будет получше, мне кажется, да, немножко. Немножко, 160 метров, ну, в районе 200 метров. Да, это все дело хорошо, но... Но что же теперь нам предстоит делать, друзья? Так, сейчас посмотрим. Сейчас мы сделаем второй баллон. Обязательно сделаем второй баллон. И для нас все у нас... О, серебра, сколько мы набрали. Какие мы молодцы. Хорошо, хорошо прибарахлились. Это... Так, бутылочку вот сюда. А серебро оставим здесь. Так, делаем второй баллон. Чтобы чувствовать себя вообще, вообще в полном шоколаде. Так, делаем второй баллон. И у нас два, друзья, два серьезных баллона. Ну, теперь мы не пропадем. И попьем, конечно же, попьем, покушаем. Можно было бы еще попить, можно было бы еще чуть-чуть попить. Одной бутылочки, я думаю, вполне. И, друзья, в принципе, сейчас я вот попью, оценю ситуацию. Так, 74, в принципе, нормалек. Я хотел еще приготовить, знаете что, у нас получился, давайте на запас, спиннерфиш. Ну, не зря же мы словили наш спиннерфиш. Вот так вот, мы его засолили. Смотрим, сколько дает. 23 минус 2, ну, потому что засоленная водичка. Так, я думаю сделать на запас еще батареечку, потому что батарейки лишними не бывают. Возможно, в глайдере сядет батареечка, возможно, еще что-то пригодится. Вот так вот поставим. Немножко. Нет, все забили. Да, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Ну что, друзья, с сигналом маячка мы, в принципе, проверили.
все у нас хорошо открыто, и нам нужно бы, конечно, поискать, что бы вы предложили. Я думаю, нам нужно поискать, только не ночью, или ночью. Нам нужно поискать, друзья, Sanctuary Zero, то есть тот объект, откуда там вещает нам, походу, этот Алан. И он находится на глубине где-то, на какой глубине он находится? Так, где же он находится? Precursors Bounty, Sanctuary Zero, Location Data. В радиусе на глубине 100-300 метров. Или в радиусе 100-300 метров, на глубине 200 метров. Ну, короче, так, сколько сейчас до базы? Вот так вот, от 100 до 300 метров, грубо говоря. И глубина быть, должна быть глубина 200 метров. У нас сейчас, давайте немножко подышу, я вижу отверстие поглубже. Будем нырять, смотреть. То есть, в принципе, здесь, в Twisty Bridge, глубина возле капсулы небольшая, поэтому найти, я думаю... Ух ты, ё-моё! А это, друзья, это Брут Шарк, это грубая акула, о котором я тоже рассказывал в серии новостей о фауне. Вот как она реализована, вот как она выглядит. Блин, мне так хочется к ней подплыть. Но она 100%, друзья, она должна быть агрессивной. Это агрессивная фауна. Так, знаете что? На что не пойдешь ради науки, скажем так. Делаем сейвочку, сохраняемся. И давайте попробуем ее отсканировать. Где? Эй, ты где делась? Так. Да, она клацает зубками, елки-палки. Скань. Да блин, отсканировали, есть. Написано, не быстро передвигается. Что ж, а теперь, друзья, все ради вас, все ради науки. И чтобы это все дело проверить, давайте попробуем ее подамажить. Ух ты, их две, друзья, елки-палки. Ух ты, блин, ты зашла. А вот так вот. Друзья, давайте попробуем ее немножко подамажить и посмотрим, какой урон вообще она наносит. Вот мне просто интересно, сколько она... А почему она нас не дамажит? Я ее, значит, бью, луплю, а она нас нет? Иди сюда. Так она от нас убегает, друзья, я не понял. Ты акула или я акула? Кто из нас... Ух ты, ё-моё! Ну, можете оценить размер урона. Где-то примерно, друзья, где-то... Ну, сколько? Ну, процентов 20, наверное, да? Где-то процентов 20. И, походу, я здесь самый агрессивный хищник, да? Так, тихо, я подышу. Мне надо только не потерять ее из вида. Походу, я здесь, друзья, самый агрессивный хищник, потому что меня боится грубая акула. Иди сюда. Где она делась? Иди сюда. Не-не-не. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, у нас идет война и сражение с грубой акулой. Если, в принципе... Ой-ой-ой. Если прям не попадаться под ее пасть... А, обходи. Друзья, вот так вот, да простите меня, Anno Wars, вы нам не даете оружие, поэтому игрокам приходится вот так вот извращаться. Друзья, в принципе, не так много ей было и надо, и мы убили грубую акулу. Я думаю, мы полечимся, потому что ее соседка плавает недалеко, она может обидеться и прийти разбираться с нами. Так, ну вот так вот выглядит Брут Шарк. Убить вы ее сможете даже без костюма краб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И она себя сама покоит в почве. Ну что ж, покойся с миром, дорогая подружка ты наша, соседка. Я думаю, друзья, на этом мы серию закончим. Если вам понравилось, поставьте пальчики вверх, напишите комментарий, что я, возможно, пропустил в той пещере, где, ну или я сам буду искать, где будет находиться это Sanctuary Zero. Мне кажется, где-то, ну, глубина 200, но по сюжету пока никуда нас не пускает. Ну и, конечно же, до встречи в новой серии.